Тагильчане приняли участие в первом в России изобразительном диктанте «Каждый народ художник». Конкурс прошел одновременно по всей стране. Только на одной из двух площадок, организованных в Нижнем Тагиле, рисовали 56 детей. В течение 3 часов юные художники писали картины на заданные темы. Первая тема – красота материнства, вторая тема – работа в поле, и третья тема у нас была «Деревенский двор». То есть много можно было сюжетов нарисовать. Ребята справились. Организаторы конкурса – Международный союз педагогов-художников. По условиям изобразительного диктанта процесс рисования снимали на фото и видео. Авторов лучших работ ждет региональный этап, а затем всероссийский. Победители отправятся в Санкт-Петербург на мастер-классы.